Доброго времени суток, рад приветствовать всех присутствующих в шестом бою турнира 750К. Сейчас встретятся лазерник Improved Pro ADM 2 и пушечник ICS 9. Похоже, сейчас начнется достаточно веселая заварушка, потому что из ICS-ов отстал, точнее, из Прайда. И поэтому огонь будет неравномерным. Попавший под огонь двух ICS-ов, один из Прайда почти моментально испаряется. Остальные проеды тоже получают очень больно. В живых остается два с двумя половинами проеда и все ICS-9. Хотя один из последних немножко наполучил в борт. Ну и последний относительно целый проеда скоро тоже отправится в утиль. Минус первый реактор и минус второй. Первым будет побеждать ICS-9. Достаточно спокойно. Только два корабли получили хоть сколько-нибудь серьезные повреждения. Второй бой. На этот раз корабли распределились попарно. Каждый воюет со своим личным врагом. И как видно, ICS-ы воюют более успешно. Прайда одного за другим лопаются реакторы. И похоже, что этот бой закончится даже быстрее, чем прошлый. Ну, даже не учитывая увеличенную скорость. Это чудо смотреть. А ICS-ы потихоньку добивают своих оппонентов. Неспешно, но уверенно. И остается последний проеда.
Третий групповой бой. Здесь сложилась забавная ситуация. Этот ACS стреляет по данному проэда, но из-за того, что ему огонь перекрывает другой проэда, он оказывается практически уничтоженным. Но зато это дает возможность защищенному проэда пробиться до двигателей и реакторов одного из АСЕСов. Сейчас, кстати, Прайда реализуют тактику, приведшую их к победе над коврами в групповых соревнованиях. Но, похоже, на этот раз ее недостаточно. АСЕСы, конечно, получают в корму и борт, но не то чтобы очень критично для общего исхода боя. Остается последний кусочек проэда с двумя лазерами и четырьмя эми. С одним лазером, с нулем лазеров. ICS не только чувствуют себя прекрасно, но даже успели размножиться за время боя. Стартовало 5, финишировало 6. Здесь есть рубка, поэтому это считается за корабль. Так, в групповом зачете ICS разгромили подчистую Improved Pride M2. Теперь бы я один на один. ICS хочет атаковать реактор. Возможно, здесь маловато брони для того, чтобы защитить реактор от вражеского внимания. В свою очередь, про это... Ну, понятно. Это классические обманки. И
из-за малой дистанции пушечные ядра из стороны имею достаточно много шансов пробиться до реактора, минуя броню. И вполне вероятно, что с этим реактором все будет точно так же. У Improved Preda не осталось двигателей для нормального маневрирования. Что на самом деле может даже сыграть ему на пользу. Потому что лазер более дальнобойный, чем пушки. Но нет. Преда решает остановиться, и все. В этот раз Преда атакует более удачно, чем раньше. Сразу забирая несколько пушек, вешая кучу пожаров. И вообще нанося врагу довольно неприятный урон. А сам получает в центр, а не в реакторы. То есть сейчас события начинаются максимально благоприятно для Преда М2. Но похоже, что даже этого недостаточно. СС, несмотря на уничтожение нескольких пушек одного борта и одной пушки другого, фактически лишает врага оружия. Реактор подставляется под снаряды и... И нет, единственное попадание чудом зацепило только одну клеточку. В общем, пока, естественно, не повезло попасть в реактор, Преда успел лишить его 4 пушек правого борта. Но на исход это не повлияло. Последний бой СС против Преда. Оба корабля довольно медленные.
кораблям у Прайда. И в ближайшие секунды будет минус вторая. Все. Со счетом 6-0, ICS-9 продолжает свое победное шествие по турниру. У него пока 11 баллов. Всем до новых встреч. Пока.